по-человечески рада присутствовать здесь и благодарна, что у меня такая честь предоставлена, приглашена на эту выставку, видеть каждого из вас. Потому что многие годы мы сотрудничали очень тесно в области культуры. И, наверное, самые счастливые моменты в моей жизни связаны с той работой, которая называлась «Работник культуры». Это Ливадийский дворец-музей. Сегодня праздник Валентины Петровны в связи с открытием ее выставки. Большая выставка в 2008 году была открыта в Ливадийском дворце. Это была самая большая выставка Валентины Петровны, которую мы открывали в трех залах Ливадийского дворца-музея. И вот тогда мы очень близко познакомились с Валентиной Петровной. Ее творчество настолько уникально и поразительно своим светом, теплом, своими красками. Валентина Петровна обладала не только вот этим чувством необыкновенного восприятия окружающего мира и перенесения его на холст, но она была еще глубоким психологом. Это прослеживается в ее портретах. Вы знаете, даже в том автопортрете, который есть Валентина Петровна, она говорила, что она не любила писать портреты свои. Но вот это вот, вот тут вот у нее бороздочка такая, да, это вот напряженный такой ум, который связывал ее мировосприятие красивое и реальную жизнь. И вот эта реальная жизнь, приукрашенная ею необыкновенно, это все называлось нашим миром, миром Валентины Петровны Цветковой. Мне бесконечно повезло, что вот участие в той выставке принимала самое непосредственное, даже более того, вот эти вот рамки для картин, все это делалось буквально за одну ночь, мы вместе с мужем красили в ее, на ее террасе, вот в ее известном этом доме в мастерской. И вы знаете, я буквально поделюсь впечатлением, потому что, наверное, больше никому так интересно это не будет, как тем, кто присутствует. Валентина Петровна на открытие выставки, вы же знаете ее, она же была женщиной до мозга костей, кроме художников, и внешне очень каким-то суровым, она могла и резкое слово, да, как-то произнести так особенно. Но она всегда оставалась женщиной. Она прибыла в таком шикарном наряде. Наряд президент присутствовал, все это было очень торжественное мероприятие, очень такого высокого государственного уровня открытия выставки, тогда и звание, орден Княгини Ольги она получала. Вот. И Валентина Петровна была в шикарнейшей шляпе. Вот я смотрела на нее, как на божество. Мало того, что такая талантливая, но женщине в возрасте, и вдруг эта черная шикарная шляпа. Понимаете, и президент, ну, величие Валентины Петровны было просто налицо. Знаете, как с ней разговаривал президент и все сопровождающие лица? Они вот так вот шляпу Валентине Петровне говорили. Она была, да-да, но вы помните, что она несколько плохо слышала, да, и все это. Но она никогда не подавала виду. И я тогда для себя сделала вывод. Надо уметь в этой жизни сочетать дар, данный тебе Богом, трудолюбие и необыкновенную красоту человека.